Ребяточки, пиратская жизнь на связи. Нихао, нихао, нихао. В общем, мы с Вовчиком сейчас идем за любимым Васильком. Кстати, надо будет потом зайти в Озон, забрать вкусняшку. Вот, в общем, наконец-то. Нет, давай сначала туда, а нам все равно потом в магазин идти. Надо сначала одно забрать, отнести и забыть. Все. Вот, так что Василек, а то у нас уже сколько, дней 10 там уже лежит. Мы все никак забрать не можем. Вот, потому что Вовчик у нас болеет, я одна не допру там такие мешки таскать. Вот, так что мы сейчас идем за Васильком. Кстати, определили, действительно, там была рекламная акция. Все эти праздники, которые у нас там на улице, это все реклама увеселительных заведений. Погода такая шикарная, ребятки, ветерочек прохладненький такой. Но при этом тепло. Прям гулять и гулять. На улице 27. Не, сейчас проходит 25. 27. Ну, 27. Ну, не чувствую, что 27. Не жарко. Хорошая погода. Да, что-то там прокололи. А, здесь, как всегда, вон, видите, стоят куча палаток. Тут можно, далеко не отходя, все здесь купить. Вон наша любимая палаточка. Вот, а мы идем в наш любимый Василек забирать с СДК. Ребятки, забрали, короче, это Василек. Ну, что-то тут у них какие-то новые эти... Правило. СДК, доставка, приходится оплачивать. Смотрите. Видите, сейчас пришлось оплатить 510 рублей. Вот. 10 килограмм 800 грамм. Донесешь? Видите, 510 рублей. Что я удивилась, говорю, что я оплачивать должна? Лучше у меня теперь Василек платный? Нет, это получается доставка СДК. Так вот, чего? Доставка СДК. Надо, кстати, позвонить. Точнее, не позвонить, а это написать. А узнать, что у них там за новые правила такие. Интересно. Интересно, интересно. Смысл в том, что внутренности там все бесплатные. Все бесплатные. У них там, кстати, сайт обновился, я посмотрела. У них там сразу выставляется. То есть там можно заказать не только СДК, там можно заказать еще и почты и так далее. Но на каждую есть отдельная цена. Вот, так что надо будет узнать, что у них там за новую систему. И как это, все это дело. Стребовать их деньги обратно. Скажу, что за фигня, я не буду в следующий раз забирать. Вообще, я должна платить 510 рублей. Отправлю обратно. Я отправлю обратно, да. Будете плохо себя вести, вместе с Вованом отправлю. Он вам лично донесет. Эти донесут. Ну да, сейчас ты не в состоянии донести. Ну вот видите, какие у них там. Не, у них действительно, у них сам сайт обновился. Что-то удивительно. Вот 10 килограмм 800 грамм. Она еще 27-го у нас лежит. 28-го, точнее. Посылка. Текстиль написано. Индивидуальный предприниматель Иваново. Город Иваново. Да, город Иваново, СДЭК. Это, грубо говоря, получается 510 рублей это за доставку. Логистическая это отправка. Но раньше у нас все было включено. Удивительно. Ой, да ладно, за эти 510 рублей за такой мешок на 10 килограммов. Я там столько всего, я там на 13 тысяч заказала. Это явно стоит больше, чем 510 рублей. Ну, все, конечно, удивительно. Ох, здоровый мешочек у нас. Я там сколько? 10 килограмм. Вообще обалдеть. Здоровая посылка. 10 килограмм. Бедный баба мучается, несет. Ой, ну там много всего. Там почти 13 тысяч сказала. Вот. Оплатила. 500 рублей всего лишь. Ха-ха-ха. Ребятки, в общем, я списала с любимым Васильком. Вот они мне послали ответ. В общем, смысл в том, что у них вот такая новая система. У них сайт обновился. Вот, и получилось так, что мне выставили цену за доставку. Да, за доставку СДК. Если бы я заказала какой-то другой вариант, то, соответственно, было бы другое, да. Кстати говоря, они написали, что они мне вышлют деньги. Вот, спросили номер карточки. Вот, так что извинились, дико извинялись. Говорят, что извините. Вот еще пока новый сайт, как говорится, вот такие вот глюки бывают. Так что в ближайшее время у нас будет распаковка Василька. Мы сейчас, грубо говоря, собираемся и идем дальше. У нас еще одна будет посылочка. Да, я не потратила 1000 на Сбере. Да, мы сейчас идем, короче, это, за Озон. Озон. А, что ты? Девочки, он меня бьет по попе. Ну-ка. Озон. Та-та-та-та-та-та-там. Озон. Он мне бьет по попе. Кто? Вот это нехороший человек. Девочка, он ко мне пристает. Че ты врешь такое? Че ко мне пристаешь? На. Всегда приятно, когда мужчина тебя хлопнет по попе. Особенно любимый Маша.
Нет, странно, если какой-нибудь просто мужик подойдет и хлопнет по пыли. Вот это странно. А если просто любимый ничего муж... Ничего странного. Ничего странного? То есть, грубо говоря, ко мне подойдет любой мужик и, да, и будет шепнуть меня по жопе. Это нормально? Нет, это не нормально. Вот. А, короче, моя любимая фраза. Короче, дом так вот, видишь, что дом уже отсиделся. Отрастил. Тяжело идти, да, Вован? Отрастил. Завернули аккуратненько вокруг ноги. Шутка. Хотя нет. В общем, сейчас идем в Озон, сейчас забираем посылочку еще одну. Сейчас зайдем еще купим фруктов и овощей у ребят с палаточки. У меня как раз вот на Сбере есть косарик. Надо, кстати, долги все отдать. Ребята, дура, прогрешны, простите меня. Вот, и уже потом спар. Ой, погода такая хорошая. Но, мне кажется, сегодня ночью будет дождь опять. Опять будет дождь. Вот он, наш пятерка. Наш пятерка. А вон Озон, Озон, Озон. Опять ударил. Нифига. Врешь ты все. Ты сейчас... Это еще... Скотина. Скотина, вот так и живи. Так, все, открываем. Открываем. Прям в коробке. Обалдеть. Все, серьезно. Аккуратненько. Полкило здесь должно быть. Так, достань, кстати, пакетик. Все, 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 давай. Как удобно, когда он рядом с домом. Открыть, все, все. Ой, как всегда, здесь куча коробок наложили. Вот. Такой вот сахар получается. А он получается как сыпучий. Да. Прикольно. Так, держи, короче, коробку. Нужно брать вот такой вот заказать. Вынеси. Да, а потом выкинем. Потом выкинем. Идем к нашим ребятам. Сейчас у них закупимся, затаримся вкусняшками. Да. Так, ну много не буду брать. Чего мне брать-то? Так, давай арбуз возьмем, давай арбуз возьмем. А, вон тот большой. Классный арбуз. Конечно, я. Ой, арбуз прям, видите, какие хорошие. Классные. Ну, здоровые, конечно. Так, ну давай, выбирай, что тебе надо. Ну да, полно. Так. Так, 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 так. Абрикосики. Здрасте. Здрасте, здрасте. Помидорка. Хорошая какая. Сейчас надо набрать. Ну, жесткая какая-то. Помягче, да. Жесткая она. А, вот это вот, да? Вот. Ага, самая хорошая. Вон ростовская. Ростовская. Так, это по 98, а это по 115. Так, на, держи. И вон абрикос еще набрать хороший. Ну да. Сейчас наберем. Пакетики, удобно. Все закупились, короче, у ребят. Еще взяла пакет. Абрикос какие-то, жалко, сейчас нет у них отборных, какие-то другие они. Кстати, черешня, знаете, сколько стоит? 475 рублей. Я спрашиваю, что такая дорогая. Говорит, все, уже отошла. Типа, я сейчас на голубику перешла. Я сейчас голубику покупаю. А зато голубик, кстати, дешевее. 470 она уже стоит. Что у нас здесь такое? Дорога, как всегда. В плохом состоянии. Вот так вот. Все, часть закупились тут. Идем в следующее место. Долги все отдала, девочки. Все отдала, все. Как говорится, в новую жизнь без долгов. Пришли в спар. Смотрите, а здесь клубик он почем? 319-250 грамм. А, считайте. 319. Обалдеть. Ну, кстати, здесь покрупнее маленько, конечно, да. А так, видите, как удобно там и выгодно. А так он, видите, 500 рублей. А, за 500 грамм 629. Обалдеть. Просто цены прям с ума сойти. Не, все-таки выгоднее много в палатках купать. Просто выгоднее. Но кинза здесь он хороший. Здесь у ребят не было кинза, я вот здесь взял кинзу хороший. Свеженький. Ну что? Треска. То есть минтай. Угу. Нет, и икру щуки еще. 140. Ну вот сверху, по-моему, икра щуки. Вон она. Щучья. Да, вот икра щуки 150. Ну мы ж нафиг взяли уже красную. Вон я взяла красную, и только горбушу на этот раз. И рыбки красные. Что-то. Трески? Это минтай, а вот это треска. Mm-hmm. Ну хочешь 10, возьми? 250 грамм. Ну хочешь возьми. Но я-то вот хотела бы вот эту вот. Мне вот эту вот нравится. Вот тоже на бутербродик вместо этого. Это, хотя здесь консерванты. Это белковое. Нет, я вот эту. Вот, вот ими. Вот, ну, вот, вот. Вот это? Да, да, да. Санта Бремер тоже неплохая. Но она, как видишь, идет это. Да. Кром моевая, моевая. Как это с маслом? Вот это вот лучше. Лучше? Ну она сопленая. Слушай, вот мы тебе взяли красную.
Может, это... Может, это? Хоть давай так красно оставим, да, наверное. Возьмем вот все-таки ментаю. Да? Вон, красный на 670 рублей. Да? Жадный. Да? Вон, раков давайте возьмем. По диете плохой? Нет. А что так? Вот хорошие какие раки. Нет, я бы взяла, конечно, вот эту вот. 150. Щуки. 100 грамм. Ну, да. Вообще, кстати, дорого. Сейчас была... Это, она почти как красная идет. Большая вот такая банка. И 400 рублей. А я вот думаю, может быть, каких-нибудь взять этих морепродуктов? Креветок замороженных можно отварить. И все. Нет. А вон там есть мороженое. Давай. А что, будет вкусно. Можно я возьму себе хотя бы? Я креветок хочу. У меня ностальгия по Таиланду. Да. Давай. Чуть-чуть. В салат, кстати, можешь сделать. Нет. Салат с креветками. Них нельзя. Тебе можно их. Что ты выпендриваешься? Можно тебе все? Просто больше выпендриваешься. Тут креветочки. Он вообще по 400 рублей. Смотрите, какие недорогие. Он по 400. Чисто салат. С рукколой. Ага, чищенные, да, королевские. Вот тебе и такие подойдут. Вон, по 400 рублей, смотри, какие хорошие. Вова. А барзело? Иди сюда. Я думаю, может, таких вот взять. На салатик. Чисто вот, я их хочу. Какой? Вот этот? Ну, кстати, дорогие они здесь. Они уже чищены, по-моему, королевские. 917 рублей. А, краба? Ну так, все, Вова проснулся, аппетит. Краба смотрит, да? Королевского. Вы, молодой человек, образили. Все, дайте-ка я их возьму. Сделаю эту салат с креветками. Девочки, все. Вовану купили еще здесь рюкзак. У них здесь по акции. Он какой-то. Ну-ка, давай. Открывай. Все, кофе еще взяла. И тут он, кофе 700. Всего. На 3700 мы взяли. Давай показывай, что за рюкзак мы взяли. Там с этими штучками. Он типа не мет, типа этот швейцарский, да? Что, прям так, да? Давай, смотри. 1100 у них здесь, да, стоит? Ну-ка. Что за рюкзак такой? А то говорит, он старый рюкзак, который мы брали, тоже здесь. Он говорит, уже рвется. Вот эти вот, да? Ну так сколько ты еды-то таскаешь? А что, давай туда закладывай. Вон, часть заложим. Чтобы у нас здесь вон куча всего. Как вся кисломолочка. Кстати, смотрите, вот такой вот йогурт взяла. А, без добавления сахара, миндальный. Вот, слобода. Прикольный. Ну что, хороший? Что у нас тут внутри? О, тут для документов. О, это для ноутбука, это для планшета, видишь? Да. Слушай, а там что-то было написано, его подзаряжать, по-моему, можно, да? Что-то там такой был, Wi-Fi, нет? Нет. Нет, это другой. Да? Волюм 20, видишь? 20 литров. Ну все, видишь. Вот Вовану подарок. Подарок Вовану. Подарок бутылки. Да, вот снизу вот это положим. А просто они мокрые. И промокнут. И чё? Ну, как хочешь. Давай кефир, смотрите. Два. Два кефира. 4 кефира, полбатона. Да, вот это. Так. Давай снизу. Взяли? На. Ну, все. Остальное тащи тут берем. Так, он видите, сколько это? Кисломолочек купила всяких разных. Так, это у нас овощи. Овощи. Давай. Пакетом. Хорошо. Ну, хороший, видите, рюкзак такой. И понятное дело, что он не самый дорогой, но ему так для работы. Вот, ну, ниточка. Так, давай, засовываем. Сок купила. Кстати, понравился мне этот. Креветочки, смотрите, девочки, по 400 рублей. Так, дальше что? Колбаска. Смотрите, на 226. Молочная. Горошек 84, бондюэль. Так, взяла еще вот этот. Вот очень вкусный у них рулет делают в паре. 288. Там курица и прочее. Вот. Йогурт термостатный взяла. Ну все, давай другой пакет. У нас же два пакета. Вот и все. Это вода Вовке. Прочал всю. Он говорит, я сейчас спущу газы, буду пить. Как хочешь. Молоко. А, давай это яйца положим. Вот такой делал 7. 54 рубля, девочки. Совершенно дешевые. Причем, кстати, там были Т2. Они еще были дешевле. 34. И корку красную взяли. Вот такой вот. Горбуши. Так.
Рыбки взяла прям чуть-чуть на пару раз, 188 рублей. Маслечко, вот такое вот, 89. Вот такой йогурт, кстати, у них по акции был. Молоко, кстати, не помню, 3-4, по-моему. Йогурт вот такой вот термостатный. Он у них по 39. Вот взяла овчика. Всяких разных йогуртов. Вот еще. Ну, потом еще, может, придем домой, я вам покажу. Вот. А что это? А, это от этого. Это от рюкзака. Это чтобы он не мог. А кроки, кстати, туда, чтобы влагу впитывал. Вот сейчас вот это вот. Ну, есть всякие, под всякие прибамбасы, под бутылки. Ну, все. О, как красиво. Это в Спаре у них там сейчас вот акция. На всякие сумки при наклейках. Вот. Мы, конечно, не собирали, но нам уже все оформили. Вот, еще вон овощи наши, не забыть. Бы. И куда ты хочешь поставить? Так, кто здесь выйдет? Хорошо. Все. На твою бутылку. Все, пошлите. О, кстати, знаете, это рюкзак защиты от электронного мошенничества. А это значит, что если у тебя будут, грубо говоря, телефон или планшет там внутри, вот, то значит, грубо говоря, когда знаешь, вот ходит вот, блин, аккуратно, зубы ты не ломай. Ну, оставь, господи. Это не ходит. Зубы ломает человек, а? А защита от электронного мошенничества, это значит, что никто не пройдет, у тебя не чиркнет. Да? Да. Видите, такую? Вот, антиправку. Типа, никто у нас не украдет наши миллионы. Звонят, пускай. Вот такой рюкзак, смотрите, видите, космос. Здесь он даже с какой-то штучкой. О, смотри, а здесь он даже вешает подсветка. Ну, короче, отражающая. Да. То есть, грубо говоря, ты будешь нести, будет видно, если что. Сверкать будешь. И вот это, кстати, видишь, дышащая, чтобы спина не прела. Да, она у всех дышащая. Чтобы спина не прела. Ну, все, видите. У ребенка новый рюкзак. К школе готовимся, девочки, к школе готовимся. Скоро 1 сентября, видите, я уже это сейчас, кстати, закупилась. Есть такие, которые это, засовываешь туда пауэрбэнк. Воду бери с вами. Да, 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 да. И там подключаешь, и там через это, да. И... Бери вон воду свою, пей. Девочки, а вы уже к школе готовы? Я готова. К 1 сентября. Девочки, добрались до дома. Сейчас покажу все, что купили. Так, а купили мы много всего. Так, что у меня тут капает? По ногам не пойму. Так, ну, ребят, во-первых, взяли мы 500 грамм. Я взяла. Ой, тут немножко оно побилось. Такой вот голубики. Вот смотрите, у ребят 470 такая голубика. В Спаре она 1000 с лишним, прикиньте. 1200. Вообще жуть. Также взяли у них укропчика свежего, хорошего. В прошлый раз я брала укроп в какой-то другой лавке. Вообще ужасный был. Сейчас даже выкинула. А здесь, смотрите, какой хороший укропчик. Видите, свеженький. Отличнейший. Так, вот такие вот абрикосики. Смотрите, по 175. Но они, правда, такие плотненькие. Я вот думаю, может быть, их оставить, они полежат, может, они немножко созреют. Ну, хотя, знаете, я думаю, мы их сожрем быстрее, чем они полежат. Вот. Вот такие вот абрикосики. Дальше у нас здесь еще помидоры. Вот такие вот азербайджанские, хорошие, вкусные. Так, перчики. У нас вот такие вот красненькие. Так, Валан тут свой рюкзак принес. Кстати, шел он в нем, знаете, мне прям понравился. Очень хороший такой рюкзачочек. Вот, помидорки прям шикарные. Девчонки, мягенькие, хорошие. Сейчас приготовим супчик. Дальше арбузики. Арбузики. Бананы, кокосы. Вот такие вот хорошие огурчики. Знаете, в Паре брала, они хуже. Вот эти вот намного лучше, лежат долго. Вот, и кушать не просят. Вот взяла немножко на салатик. Так, еще не удержалась, взяла, девочки, дыньку. Маленькую дынечку взяла прям буквально пару раз. Она маленькая, хорошенькая. Так, ну и еще вот этот вот сахар, который мы брали. Это получается как сахар, прям, видите, полкило. Здесь вот такой фит. Заменитель сахара. Причем, как я посмотрела, с ним можно и морсы делать, и в кофе добавлять, и в выпечку. То есть обычный как сахар, только вот такой вот. Вот, хороший. Вон, видите, одна ложка чайная, вот такая маленькая, да? То есть равна одной, одна мерная ложечка фит парад заменит одну чайную ложку сахара. А, то есть там, наверное, ложка чайная, да, какая-нибудь мерная. В общем, вот такой 500 грамм, 585 рублей. Не дешевый, конечно, но
все. Зато здоровье будет у нас. Так, ну, здесь вроде все. Так, здесь у нас что? Вот, кстати, чек. Вот такой вот у нас уже побитый жизнью. Так, на 3781 рубль. Это у нас, считайте, с этим, с рюкзаком. Рюкзак у нас получился 1200. Вот. Дальше, что у нас здесь еще? Смотрите, у нас здесь йогурт. Такой. Вот по 39, кстати, вот такие вот йогурты взяла. Вот. 4 штуки. Вот, еще также, смотрите, масло взяла. Делать буду бутербродики. Пакет он подрался. Молоко 0,5 литра. Я много стала, не стала брать, потому что мы не едим молоко в последнее время. Вот, не удержалась, все-таки купила рыбки. Чуть-чуть. Прям буквально чуть-чуть. На 188 рублей. Вот такая вот рыбка красная. Кусочки лосося слабосоленые. Вот, также еще, смотрите, взяла икорку. Девочки, хорошая икра, горбуша. Вот, она по 5999. Вот, ну, она хорошая. На бутербродике на пару раз нам хватит. Видите, у них, наконец-то, кстати, упаковка маленькая. Так, дальше чего? У нас еще, смотрите, яйца. Стоит вообще, кстати, по-моему, я не помню, 54 рубля. А С2 вообще 34. Прикиньте, какие цены хорошие. Вот, взяла вот эти вот яйца. Яйца, яйца. Еще один йогурт. Пакет у нас уже драный. Вот, случайно подрали. Можно выкидывать сразу. Все. Так, что у нас здесь еще? Здесь вот еще много всего вкусного. Так, а, я поняла, что у нас там тает. А здесь у нас еще, смотрите, вот такие вот рулетики. Так, здесь у нас креветочки. Креветочки мороженые. Надо, кстати, их в морозилку убрать. Пока я готовить не буду с ними. Вот, сделаем потом салатик. Либо этот. Так, здесь еще, смотрите, вот такой вот термостатный йогурт взяла. Миндальный, без добавления сахара. Термостатный йогурт. Прям интересно. Видите, без добавления сахара. Вообще здорово. Полезный, значит. То есть, получается так, что прям он сквашивается прям в баночке. Вот. Дальше. Ну, на салатики еще там всякие взяла. Вот такой зеленый горошек бондюэль 84 рубля стоил. Вот, ну, не дешевый, но нормальный. Кстати, был по акции. А так он чуть ли не 119. Вот, и еще взяла такую колбаску докторскую. Точнее, не докторскую, молочная колбаса. Варено-копченая, чернышихинская. Колбасье, месье колбасье. Вот, и на ужин нам вот такой вот сок. Мне, кстати, очень понравился такой вот фруктовый целиком клетчатка. Очень вкусный. Вот здесь, видите, вишня, клубника, яблоко, черная смородина. В общем, такой вот сок шикарнейший. Так, ну здесь у нас все. Ну и в Вовкином рюкзаке что-то у нас тут еще есть. Какая-то еда еще припасена. Да, что же мы туда положили? Там Вовка уже. Кинза. Вот, сейчас будем готовить суп с кинзой. Ну, с кинзой хороший. Так, взяла еще вот такую вот пекинскую капустку. Ну, я взяла маленькую. Чисто на 2-3 салатика. Прям, знаете, так удобно ее раз-раз покромсал. Прям влюбилась. Так, что у нас еще? У нас еще кефир, девочки. Сейчас кефира много пьем. И он, и я. Очень, кстати говоря, на самом деле хорошо помогает пищеварению. Вот. Ходишь как по часам. Вот еще кефирчик. Туалетную бумагу взяла. Спар. Спаровскую туалетную бумагу взяла. Сначала, знаете, схватила там всякую папию и так далее. А потом смотрю, у них в спаре своя бумага. 59 рублей, девочки. И тоже такая, видите, трехслойная она. Делюкс. Премиум класса. Попробуем такую бумажку. Вроде как это выглядит как обычная сирень. Сирень, конечно, не пахнет. Вот. Итого в общей сложности 3700 с пари. 750 у ребят. И все вроде, да? Вроде больше мы нигде ничего не платили. Вот. Но это я уже заранее купила. Это стоит у нас 500 рублей. 585. Вот такая вот закупка классная. Что там? Мне что звонят? Вот такая у меня классная закупка, девочки. Красота. Все, все идеально, все красиво. Все полезно. Все главное полезно. Никакого фастфуда. Вот только вот рулетик. Ну, кстати, рулетик у них свой. Они, знаете, делают его там сыр, ветчина, зелень. Все. Вот такой вот рулетик. Все. Закупка у нас есть. Мы сейчас быстренько все разберем. Будем готовить. Так что ждем вас в следующем выпуске. Всех любим, всех целуем. Пока.